заметила пломба соседнего зуба, гарантия на который еще не прошла, меньше года назад ставила. Разрешите мои вопросы, какой из клиник предъявлять претензию? Пломбировала и удаляла в разных больницах. В первую очередь и вообще единственный правильный вариант в данной ситуации будет это пройти независимое обследование, сделать медицинскую, ну, скажем так, экспертизу, да, но досудебную, которая будет определена, была ли пломба правильно поставлена, правильно ли выбран материал, и также же самое, было ли правильно удаление зуба. То есть в зависимости от того, от результата заключения, чья будет вена, то той медицинской организации следует предъявлять претензию. В Уссурийске не направлял, знаю, что во Владивостоке делают, но можно попробовать, то есть как частные клиники, так и попробовать городскую стоматологическую поликлинику. Это надо у них уточнить, оказывают ли они подобную услугу. То есть, если они ее оказывают, да, то есть они смогут провести обследование. Нет, значит, это обратиться в частные компании.